Всем привет! Это проект Варгонза и наше специальное включение с авдеевского направления. Помимо того, что неонацисты сейчас... жестко! Набрал немного воды в ботинке, но дело житейское. Кондовора. Сейчас оператор чуть вперед проедет. Повторюсь, да, как на угледарском направлении противник прощупывает, ищет, где у нас есть слабые места в обороне, так и на Авдеевском, конечно, тоже. Уже несколько дней пацаны отбивают, по сути дела, контр-атаки. Везде идут здесь по линии соприкосновения такие небольшие группы неонацистов. Танк БМП. Где-то пытаются действительно прорвать, где-то им удается подойти прямо вплотную к нашим позициям. Вот насколько мне известно, буквально на днях чуть в Бодяное не заскочила такая группа, опять же танк и два БМП. Однако сомалийцы, которые держат там оборону вместе с бойцами Спарты и другими нашими российскими подразделениями, дали им жесткий отпор. Несмотря на то, что действительно значительные силы и резервы регулярно неонацисты сюда к линии соприкосновения подтягивают, наши парни все равно так или иначе здесь на месте не стоят, постоянно ведут штурмовые действия. Здесь очень много как раз позиций укрепрайонов непосредственно находится. Посадка, брат, расскажи приблизительно, в каком режиме проходят штурмы. Ну как вот, вы маленькой группой обычно подходите, сначала артой обрабатывают, ну как, или беспилотниками, что сейчас такую вот как раз главную тему составляет штурма вашего, если не раскрывать тайн при этом? Сначала беспилотники, артиллерия, потом смотрим за противником, как только противник будет процентов 20-30 подбит, уничтожить, сразу заходит пехота, штурмовые группы, забираем позиции, проводим закрепление, пересматриваем дальнейший свой план и идем дальше. А планы только одни, дальше. Но здесь фронт не замер, мы все равно тут продолжаем двигаться вперед, несмотря на все проблемы, будем говорить так. Да, работаем с нашими друзьями, Сомали вместе, третий спецназ с нами. Вот. Все вместе держимся, одно целое. Да, несмотря, опять же, да, не совсем адекватное соотношение сил, противник постоянно, повторюсь, подтягивает резервы наши пацаны, фактически в соотношении один к одному, тем не менее, идут вперед, так или иначе, опорник за опорником ВСУ разбирают, потом забирают, закрепляются и шаг за шагом близится, так или иначе, окружение Авдеевки, да, всегда, конечно, встает вопрос цены для ребят спартанцев и местных других командиров Сомали и так далее. Очень важно беречь непосредственно личный состав, не заскакивать на штурмы просто в лоб и что называется, ох, вот это да, вот это. Во многом то, что контрнаступление еще не началось масштабное, можно благодарить, конечно, погоду. Сами видите, это вот мы по дороге едем, во что мы все уже превратились, мокрые, грязные. И в технике тоже будет нелегко. Подожди еще секундочку, вперед прогоняют в последний раз. В общем, выкладываю вам ответственно, как только дороги подсохнут, конечно, противник здесь тоже активизирует еще больше свои контрнаступательные действия. Градус их и сейчас достаточно высок, наравне с регулярными обстрелами центра Донецка, жилых кварталов. Постоянно прощупывают здесь нашу оборону, линию соприкосновения, отсылают непрерывно штурмовые отряды. С вами был проект Варгонза, Семен Бегов, Павел Чуприна, боец Спарты, веселый, прямо из Песок, Авдеевский фронт.